свернули вместо Красной Поляны, там шел сильный дождь, а было ущелье влево, медвежий угол. Сперва было все хорошо, асфальт, цивилизация, трубы горячего, холодного водоснабжения. А сейчас вот мы свернули, видимо, туда, куда возят. Ай, папа! На машинах. Джиперы. Джиперы. Ну, у нас джипер не такой. Джипер не такой, но справляется, слава богу. Тёма, засними. Тёма, ну-ка ты прокомментируй, что ты видишь вокруг. Я вижу цветочки и вижу, вижу, что мы поднимаем шаг в гору. Тебе страшно, Тёма? Да. Торфишка? Да нет. Ой, да мы сами, мы прям поднялись вот туда. Машину купили для того, чтобы такими стало. Да. Иметь возможность пройти. Это 50 тысяч только на ТО за 3 года отдали. Печка включалась. Там негде поехать. Уже на вершину, уже на местах. Ну сейчас по этой дороге на Красную Поляну заедем. Могу. Че, наверх? Нет. А почему ты сюда приехал? Мне же интересно, куда мы приедем. Красная Николяна. Да, я приехали. Приехали. Наш городик. Посмотри, какой вид открывается. Ой, да. Мы там были.
И кто-то говорил, что это паркетник. Не получается. А, свет у них есть, смотри. Где? В общем, мы ехали-ехали, и наверху нашли населенный пункт. Не знаю, и машины, вон, я смотрю. Да, угу. Ну, тут непонятно, деревня-деревня. Я что, только знаю, как мы к ней доехали. Ну, так, слыхала, видишь, на мотоцикле даже сюда, нет. Сюда, я. На скутере. Хрю-х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 рю. Кабанчик и... И не кабанчик. И свиноматка. Будет одного возьмем домой. Тём, нам тебя хватает. Да, все уже видели. Кого мы нашли? Ослик это. Кабанчик. Это не ослик, это свинья. Ну, расселяли украинцев сюда переселяли. Землю, ну, вот и землю, как типа. Ну, приехали. А они гидрозисты там, ну, как они приезжали. А я не нож, а я видел там свиней. А сейчас придут они много. Они колышки позагоняли так вот по полянам, ну, на карту внесли, а потом... Да, царь взял, кинул там. Какой номер, вот приходили, и свой жетон, искали места, где колышки. Ну. Смотри, какая смешная он идет, сушастая. А потом... Где? Там фишка. Колхоз согнал вниз, колхоз развалил, и все, так живем. Нет, лучше, чем в городе. Это вы себе расширяете или кто-то заказал? Себе. У нас тут все мед делают, скажите, это там басики. Людей коров разводят. Куда съесть? Как провели, ну, когда он будет? И еще одну ветку будут вести, потому что этого не хватает. Ну сейчас делают, как я одеваю. Тут людей живут, да? Много. Немного, но живут. Да, здесь 35 домов, 80 человек. Горы снимаешь и на нас опускаешь. Чтобы дорогу было видно. Да, видно.